сейчас, я думаю, вот в самый раз вот поговорить с экспертом по естественному омоложению лица. Потому что это тоже, что ни на самый большой позитив, выглядит прекрасно и красиво. Причем в этом есть и большой позитив, знаешь, в чем? В том, что не нужно тратиться много денег на косметические средства, на процедуры. Нужно просто смотреть программу «Танго-студию» и слушать нашу замечательную Анастасию Абасову, которая на прямой связи с нами уже. Доброе утро, Анастасия. Доброе утро всем. Вот. Какая позитивная, да, Настя. Сегодня день положительности в уме. Какой замечательный день, правда? Хотя мы, по-моему, с вами всегда такие. Каждый день положительный в уме. Ну и на позитиве. Это точно. Ну что, Настенька, с чем вы к нам сегодня? Ну, если продолжать тему позитива, то естественные методики омоложения, любые, включая фейс-фитнес, очень хорошо влияют на наше психоэмоциональное состояние. Мы становимся веселее, добрее, счастливее, более счастливее. Вот, поэтому занимайтесь, и хороших эмоций вам. Будет вам счастье. Вот, а сегодня... Да, а сегодня как раз-таки вот буду показывать массажное движение, которое очень хорошо поднимает наши скулы. Когда мы улыбаемся, у нас появляются такие яблочки и подкачиваются скулы. Так вот, чтобы это все включить в свой ежедневный уход, я сегодня покажу массажное движение. Для этого нам нужен будет массажный крем, либо любое другое массажное средство мы слегка наносим. Это можно выполнять либо утром, либо вечером, либо и утром, и вечером, когда вы наносите свою уходовую косметику, либо просто нанесли массажное средство на руки и слегка на лицо. Распределили. И смотрите, мы делаем руками такие лодочки, и наши яблочки ложим в эти лодочки. Да. Вот таким образом. И теперь смотрите, улыбаемся и слегка Руки идут в сторону, руки идут в сторону висков. Только смотрите, чтобы не создавались дополнительные такие складочки и морщины. Все очень-очень легко. И так 5-6 раз. Угу. Улыбаемся, 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 улыбаемся. Угу. И когда вы закончите это движение, вы почувствуете, как вот здесь вот слегка напряглись наши яблочки, наши скулы. Угу. Значит, вы выполнили движение правильно. И если каждый день выполнять это движение, то и, конечно же, настроение станет намного лучше, ну и выглядеть будете гораздо-гораздо счастливее. Да-да. И красивее. Классно. Таким вот образом. Это точно. Слушай, ну самое главное, это же что? Это позитивные мысли. Да, даже в этом упражнении есть улыбка. Говорят, что даже если у тебя плохое настроение, то мышечная память, да, вот это вот, передается внутреннему состоянию. То есть ты улыбаешься, и у тебя поднимается настроение. Я сейчас объясню, как это работает. Когда мы напрягаем мышцы, которые отвечают за нашу улыбку, так скажем, они называют... Вот, они перекрывают определенные нервные окончания, определенные кровеносные сосуды, которые дают сигнал в мозг, что все прекрасно, расслабьтесь, получайте настроение. Настроение шикарное, получайте удовольствие от жизни. Угу. Вот. А когда мы расслабляем наши депрессоры, которые мышцы, отвечающие за плохое настроение, тоже у нас расслабляется, и уже нет этого всего, уже ничего нигде не перекрывает, и тоже поступает сигнал в мозг, что жизнь прекрасна, наслаждайтесь ею. Класс. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, как говорил известный герой. Да.
Спасибо вам огромное, Анастасия. А что, ты что-то спросить хотел? Нет, я еще хотел спросить, почему. Вот у меня, допустим, двое наших коллег, вот, что бы они ни говорили, ругались на меня или вообще, да. Я на них смотрю и улыбаюсь. Это Переза Толпыс и Валерий Ким. Мне как-то, знаешь, всегда на них весело смотреть. Они ворчат, они ругаются, а я улыбаюсь просто. Поэтому, вот это тоже позитивно, да? Конечно, ты понимаешь, как ты обезоруживаешь сразу. Ну, они маленькие. Да ты хитрый просто. Они маленькие, они как два тойтерьера, которые лает. Это мне весело. Привет девчонкам. Спасибо, Настенька, спасибо большое. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Хорошего дня. Все выпуски «Танго-студия» вы можете увидеть здесь.